метров, и я просто-напросто не смогу пройти, и, короче, я уже упал. В общем, смотрите, вот, это самое цунами из лавы, оно движется прямо на меня, и я, короче, должен проходить всякие прикольные испытания, поэтому, ребята, нужно как можно быстрее поторопиться и пройти эту карту до самого конца, пока я не сгорел в этой дурацкой лаве, вот, поэтому, опа, так, осторожненько, запрыгиваем вот сюда, и, а ну-ка, интересненько, да, все, первый уровень я прошел, поэтому переходим ко второму, просто жесть, лава на самом деле уже очень близко, поэтому нужно как можно...